Вот такая экспозиция у нас космическая, стоит фотозона в школе. Так, один космонавтики жив в преддверии инопланетян, планеты, ракеты, все как надо. Космонавтов мы нарисовали фломастерами, планеты сухой пастелью на тонированном фоне. Космонавтов нарисовали и вырезали для того, чтобы у нас была объемная композиция. А этих инопланетян мы туда на фотозону прикрепили. Технология очень проста. Рисуем космонавта, можно инопланетянина, вырезаем с напуском белой бумаги, то есть отдельно, лучше, конечно, ярким фломастером, фон предварительно тонируем и потом на этом фоне рисуем пастелью меловой. Очень эффектно и красиво получается. Такой космический пейзаж. Ну вот космонавта отправили в открытый космос. Сочетание множества художественных материалов вот дает такой эффект интересный. Ну, тут ребята работают сухой пастелью. Марка, конечно, пастель, но если композицию потом закрыть, мы ее закрываем файлами А3, то все нормально, все сохранится. Ну, а, конечно, результат творческий очень отличный. Дети были довольны, порисовали на такую интересную тему хорошими художественными материалами. Вот еще раз посмотрите нашу экспозицию. Вообще оригинальная. Берите себе на заметочку, добавляйте инопланетян. Нравится мне зелененький. Малышам нравится. Еще раз повторяю, рисовать инопланетян старше, пусть рисуют космонавтов.